Ничего. Встречайте нас! Встречайте! Сегодня наконец-то хорошая погода, всем привет! Посмотрите, да? Офигенное небо, все. Но рыбка клевать сегодня просто отказывается. Хотя нет. Миш, держи, держи, держи! Миш, держи! Пропусти поклевку. Короче, пропусти поклевку. Ушла? Пропустил. Сейчас поймаем, значит. Только говорил, что отказывается, да? И все. Ладно. Клюнуло, это уже хорошо. Ну все, съел. Короче, ребят, нужно либо снимать, либо нужно рыбачить. Сейчас попробуем порыбачить. Что делать? Все нормально. Нашел. Хорошо, давай, 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 давай. Все, бери подсак. Вот сюда в эту сторону больше иди, чтобы там все. Давай, 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 в эту сторону иди. Так, подсак бери. Вот. 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 Ух, как черный, негр. Все, отлично. Еще один карп есть. Какой прекрасный. Смотришь, это не хотят покататься. Сомики не хотят. Ну ты его здорово. Сомики пока не хотят. Вот этот со дна уже и такой. Килограмма на два. Ну видишь, все неохотно не берут. Эй, хорошо. Что? Ну я не говорю точно, он лебедя поймал. Видишь, куда лебедь, туда и... Правда лебедь? Да нет, нет. Давай. Здесь есть, можно. Иди подойди, подойди. Давай, давай. Секунду. Эй, давай, давай, давай. Секунду, 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 подожди, 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 подожди. Сейчас потяну. Подожди. Моя улыбка! Ты сопротивляешься. Еще одна улыбка у меня. Хочешь клубу поймать? Ух ты! Подожди, подожди, подожди. Сейчас подожди, я подведу, подведу. Ого! Ничего себе! Вот это рыбка! Сейчас спина сломается. Ого! Килограмма на пять. Нормально, я поймала так! Рим, какой ты поймал? Вот поймешь, что не без мозга, а будет еще, поэтому пошли вдвоем. Ну что, давай мы сфотографируемся с этой рыбкой, да? Наверное. Поймали акулу. Только я не могу, я не смогу ее держать. Это я поймала. Сейчас, подожди. Это папа. Как тебе рыбалка? Круто, мне нравится.
Что тебе здесь нравится больше всего? Мне нравится больше ловить рыбу. Рыбу ловить? Да. А что лучше, море или рыбалка? Рыбалка. А почему море не нравится? Не знаю. Там же рыбы нету. А где тебе понравилось больше всего? Ты ездила отдыхать. Где тебе больше всего понравилось? Ты маленький не видел, хлебушек, все. Мне больше здесь понравилось. Здесь все-таки? Второй раз уже? А куда вы еще ездили? На водопады, да? Да. Мы на горные водопады еще ездили. И что, там не понравилось? Понравилось. А рыбалка? Тоже понравилось. Тоже понравилось? Ну давай, молодец. У нас, подождите, у нас кто-то пытается поймать уточек. Помаши привет. Уточки. Уточка, они уплыли. Все, Тём, все. Окей. Ну все еще у нас здесь лед. Ну вот, короче, вот об эту фигню я, короче, разбил себе голову. Ну, бывает, не наклонился. В общем, ребят, будем завязывать. Все здесь хорошо, прекрасно. Ну и мы потихонечку все-таки идем уже домой. Ходили в баню. Баню он для вас снимать не стал. Но в бане было реально круто, было классно. В общем, отдых получился просто офигенный. Все, ребят, мы наконец-то отдохнули. Что, блин, аж не знаю как. Кто-то подумает, что я пил. Нет, я не пил, просто Надя любит кататься ночью за рулем. Все, я выключаю свет. И спасибо за то, что посмотрели. Всем пока.